Бою клинка владеет рука. Верный конь и ночь подмогу. Велись луны свет, озарит Кукузет, как вновь пора в дорогу. Сором, бою ему равных нет. Сором, клянит врагов знаком Z. Зорро. Смирно. Так вы считаете себя бравыми ребятами? Вам не удалось задержать известного бандита, называющего себя Зорро. И теперь ваш город стал посмешищем для всей Калифорнии. Но я не привык мириться с поражениями. Зорро будет обязательно схвачен, живой или мертвый. Мы выследим его и убьем. И пока этот самонадеянный бандит и разбойник не будет у меня в руках, я объявляю чрезвычайное положение. С этого момента отменяются все отпуска и льготы. Ваша честь. Что, сержант? Нельзя отменять отпуска. Капрал Рейс еще не был в отпуске. Неужели, сержант? Да, сеньор. И многим другим положено увольнительные на выходные. Их отменять нельзя. Значит, я не должен отменять увольнительные? Да. Вы балбес недоразвитый, тупица. Из-за таких, как вы, нельзя схватить Зорро. Капитан, распустите солдат. Но сеньор Базилио! Хватит, сержант. Никаких отпусков, пока я не получу Зорро. Действуйте, капитан. А Гарсию пришлите ко мне. Есть. Вы слышали приказ? Всем быть в боевой готовности. Разойдись. Сеньор Базилио, я хочу поговорить с вами. Пропустите их. Дон Диего, прошу покороче. Я не могу тратить время на всякие пустяки. Я считаю, что это не пустяк. Вы не скажете, почему сержант Гарсия арестован? Я его арестовал. Но на слушании вы признали его невиновным. Сейчас он виновен в другом. Это военные вопросы. В чем же провинился сержант? Дон Диего, позвольте вам напомнить, что вмешательство гражданских в военные вопросы карается смертной казнью. Проводите его. Есть. Вольно, капитан. Вольно. Мендоза, что нужно, чтобы поймать лису? Ловушка. А что нужно, чтобы ловушка была хорошей? Отличная приманка. Сэр. Все очень просто. Сержант Гарсия поймает нам Зорро. Я? Помните мое первое знакомство с Зорро? Этот балбес, сержант Гарсия, был в колодках. А Зорро пришел ему на помощь. Совершенно ясно, что Зорро заботится о его благополучии. О, нет, ваша честь, Зорро меня совсем не балует. Мы посмотрим, что будет, когда вы будете в колодках. Больно, ваша честь. Молчать! Я расставлю солдат по всей площади подстерегать Зорро. И он не обманет наших ожиданий. Правда, сержант? Ему придется объявиться, иначе он утратит свою популярность. Он объявится, и ему придет конец. Боюсь, ваша честь, что у вас ничего не выйдет. Почему это не выйдет? Вы велели сломать колодки, помните? Да, после того, как Зорро вас в них засунул. Молчать! Значит, колодок нет. Можно взять виселицу. Нет, 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 нет! Приманка должна быть живой. Спасибо. Но
Вы подали мне отличную идею, Мендоза. Ни виселица, ни колодки нам не понадобится. Не, похоже, пока нет. Хорошо, капитан. Уланы, назад! Теперь поднимите эту тушу всем на обозрение. Взяли. Слабаки, еще раз! Взяли! Тащите! Караульные сюда, быстрей! Еще раз! Взяли! 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 Отлично, теперь привяжите вот здесь. Зорро, освободи его, если посмеешь. Всем задача ясна? Да, солдаты спрячутся вокруг площади, а я буду в церкви. Сколько людей наверху? Двое, ваша честь. Отлично. Для казармы достаточно. Ладно, я буду в кабинете. Ваша честь, думаете, Зорро объявится? Обязательно. И не делайте ошибок, стреляйте на поражение. Есть. Диего, нельзя бросать сержанта в беде. Мы с отцом выразили протест, но сеньор Базилио и слушать не хочет. Если бы я была мужчиной, я бы не ждала помощи от Зорро. Манетта, трудно спорить с фанатиком, которому подчиняются все солдаты гарнизона. Он просто зациклился на Зорро, но мы не можем сидеть сложа руки, мы должны что-то предпринять. Диего, я очень переживаю, что сержанта наказали. Он же выступил против Базилио на слушании. Он спас жизнь и собственность моего отца. И теперь я должна сделать все, чтобы ему помочь. Манетта, я тебя понимаю, но мы ничего не можем сделать. Сеньор Базилио использует сержанта Гарсию как приманку для Зорро. И Зорро попадет в ловушку. Его честь еще не схватила его. Но если ловушка сработает, Зорро погибнет. А как мы без него справимся с этим тираном? Так и будем терпеть его преследование и сумасбродство? Тогда все это кончится, Диего. Thank you.
Войдите! Я сказал, войдите! Чего ты хочешь? Говори, чего ты молчишь? Ну, я и забыл, что ты не мой. Что случилось? Ты видел Зору? Идем скорее, покажешь, где. Уланы, помогите! Это Зоро! Все, все сюда! Мендоза на помощь! Помогите! Снимите меня! Снимите меня отсюда! Помогите! Помогите! Уланы, сюда! Скорее сюда! Скорее сюда! Помогите! Помогите! На помощь! Снимите меня! Помогите! Снимите меня, идиоты! Скорее снимите меня! Есть ваша честь! Войдите! Зоро нигде нет, ваше превосходительство. Он скрылся. Естественно, скрылся. Благодаря вашему идиотизму. Войдите и закройте дверь. Как самочувствие, ваша честь? Лучше бы мне умереть. Я еще нашел веревку. Можем повторить эксперимент. Бестолочь! Да. Сержанта Гарсию посадили под замок. Да, и капрала Рейса тоже. Пусть оба сидят в камере. Я займусь ими, когда схвачу Зора. Как вы это сделаете? Кто из людей последним подходил к сержанту Гарсия? Кто выманил меня из кабинета? Слуга де ла Вега, глухонемой Бернардо. Именно. Вы догадались, в чем дело? Ваша честь, Бернардо, не может быть. А почему бы и нет? Мы оба слышали, как Зоро разговаривает. Вот почему роль глухонемого слуги – прекрасное прикрытие. Он везде ходит рядом с де ла Вегой. В его присутствии все разговаривают. Да я почти восхищен его хитростью, его находчивостью. Трудно поверить, что Бернардо... Хорошо, хорошо! Может быть, Зоро и не он, но ясно, что он с ним заодно. Велите седлать коня и созовите солдат. Эти де ла Вега у меня попляшут. Есть. Ха, жаль, что нет Диего Корнелио. Он бы тоже от души повеселился. Новость облетела всех. Мы с Монетой поспешили поделиться с вами. Жаль, что я не видела. Жик, ха-ха-ха. Зоро удивительный хитрец. Просто шельма. Ну, какой молодец. К несчастью, от сеньора Базилио одним смехом не избавишься. Поэтому я сегодня пригласил дона Альфреда и дона Себастьяно. Вы придумали, как избавиться от Базилио? Да. Пока они не приехали, я могу рассказать, что... Это, наверное, дон Альфредо. Уланы, окружить дом. Что означает это вторжение? Бернардо здесь? Да, но зачем он вам? Дон Алехандро! Где Бернардо? Вы не имеете права врываться в мой дом без ордера. Капитан, приведите солдат, найдите слугу. Сеньор, я требую объяснений немедленно. Вы получите объяснение, когда Бернардо расскажет правду о Зорро. Как вы могли подумать, что Бернардо имеет что-то общее с Зорро? Я вас уверяю, ваша честь, что он...
Вот он! Мендоза! Уланы! Держите его! Ломайте! Наконец-то! Вы все арестованы! Я хотел вернуться раньше, но везде патрули. Ну, случилось что-нибудь? Вы повели себя неразумно, сеньорита Эсперон. Почему вы помогли Бернардо? Где он сейчас? Если бы я и знала, то не сказала бы. Его исчезновение можно объяснить только одним. И чем же? Тем, что в этих старых домах полно потайных ходов и комнат. Сейчас Бернардо, вполне возможно, стоит за стеной и слышит каждое наше слово. Позвольте напомнить, что Бернардо глухонемой, ваша честь. Вы меня за дурака держите, сеньорита? Не ответить. Я знаю, что Бернардо меня надул. Я знаю, что он помог Зоро. Вас это забавляет, сеньорита? Так вот, знаете, вы, ваш отец, а также семья Делавега увидите, кто будет смеяться последним. Ваша честь, вам все еще хочется смеяться? Как вы здесь оказались? Позвольте мне иметь свои секреты. Ваша честь, мы все обыскали. Уланы! Он здесь! Подождите, не трогайте его! Спокойно! Никому не двигаться! Не трогать его! Всем оставаться на месте! Спокойно! Держите его! Схватить его! Убить его, как собаку! Отец! Отец! Посмотрите за домом и помните стрелять на поражение! Делавега. Я был прав насчет Бернардо. Ваша честь! Ваша честь! Сеньор Базилио, где вы?
Даже я мог бы быть Зорро. Сейчас все узнают правду. Капитан Мендоза! Ваша честь, скорее сюда! Я застрелил Зорро! Ваша честь, где вы? Базилио. Сеньор Базилио? Я ничего не понимаю. Что он мог там делать? Уланы обыскать все наверху! Хотела бы убивать. Любой бы обознался. Любой! Это преднамеренное убийство. Нет, нет, нет. Это несчастный случай. Молите Бога, капитан, чтобы по возвращении в Испанию король поверил вам. Позвольте предложить тост за верного друга, прекрасного человека и доблестного воина, сержанта Гарсию. За сержанта Гарсию. За сержанта Гарсию. Но я не заслужил таких слов, сеньор Эсперон. Вы спасли жизнь дону Корнелию и помогли сохранить Гасиенду. Да, это так, дон Диего, но не совсем так. Я согласна с сержантом. Давайте выпьем за того, кто служит правому делу и нашему королю. Сеньоры, я говорю о Зорро. За Зорро. За Зорро. Прекрасный тост, сеньорита. О, если бы Зорро сейчас был здесь. Но тогда мне бы пришлось его арестовать. Производство компании Уолта Диснея. Режиссер Коллингсворт Морс. В роли Зорро Гай Уильямс. Фильм дублировали актеры Сергей Чекан, Ефим Кациров, Рогволд Суховерко, Виктор Петров, Алексей Сафонов, Людмила Ильина, Дмитрий Полонский, Александр Белый и другие. Студия «Нота» по заказу Всероссийской государственной телерадиокомпании, 1995 год.